Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Голуха. Так, соберем с тобой древесину. Где только ее можно собрать. Так, подожди секунду. Здесь и здесь. Так, отправляем их на поиски. Подожди-ка, Ветрокрыл, ну-ка вернись. Мы отправим тебя лучше за железом. Так будет лучше. Так будет лучше всем нам. Так, хорошо, здесь мы с тобой вроде бы все посмотрели. Так, Беззубик, что мне ты принес? А ну-ка. Угу. Ну давай посмотрим, что нам выпадет здесь. Мне кажется, рыба. Да, так и есть, нам выпадает с тобой и рыба. Но зато 40 миллионов. Слушай-ка, подожди-ка, чтобы нам... Ё-моё, чтобы... прокачать его, ребят, на 80 уровень, нам нужно 400 миллионов древесины. Давай тогда отправим его опять в приключение. Пускай летает. Так, здесь у нас что? Давай посмотрим по обмену. Так, отказаться. А здесь меняем вот эти вот штуки. Нормуль. Так, сегодня мы с тобой должны допройти события, которые... Хотя нет, наверное, не успеем мы сегодня его допройти, если честно. Элементарно не хватит энергии. Так, кревет у меня остался с рыбой. Так, кормим Весночёса и отправляем его обучаться. Так, забираем. Так, забрали, отправляем дальше его на поиски. Здесь у нас все тихо, глухо. Здесь... за рыбой. Так, теперь смотрим, ребята, где мы с тобой домики. Вот они. Вот они, наши хибары. Так, начать обучение. Давай, пускай летит. Новый ресурс. Склад железа. Так, улучшите склад железа, чтобы хранить до 20 единиц железа. Так, новое сооружение. Лесопилка. С новой лесопилкой собирать древесину смогут до одного дракона. Академия. Опытные дрессировщики в Академии позволяют повысить уровень драконов до 100. Ну, даже как. Так, перейти. Ага, что... Ну, подожди-ка. Перейдите в кузницу, чтобы добыть железо, или попробуйте получить его из наборов карт. То есть нам нужно с тобой 9 железа, чтобы это, я так понимаю, улучшить. И вместимость будет 20. А сколько сейчас у нас вместимость? Непонятно пока. Так, ладно, хибарки мы с тобой все-таки должны доделать. Ух ты, остров Берсерков. Открывайте новую территорию, чтобы на Оке всегда было место для изваяния, украшений викингов и драконов. Это где же такое? Перейти. Да ладно, построить. 450 миллионов древесины нужно. Главное об этом не забыть. Ух ты, злобный смутьян. Посоветуйте злобному смутьяну Драга к вам присоединиться. Он займется поисками наград и предметов для обмена. А еще потом дракону Молоха быстрее собирать железо поможет. Дом Плеваки. Плевака ждет свой дом, а Ворчун насест. Так, это где у нас? Ну-ка перейдем, посмотрим. Ага, построить. 40 железа, вы серьезно? Хорошо. Ребята, у нас очень много новинок тут пооткрывалось. Это, конечно, круто. Нам нужно с тобой, значит... Блин, я не знаю, как мы с тобой будем собирать 40 железа. Вот объясни мне. Ну как? Чтобы построить дом Плеваки. Набор карт. Загадочный. Ну, монета Одина, это понятно. А вот здесь костолом, кревет, кривоклык. Фигушки нам тут железо дали. Слушай, ну давай я предлагаю, наверное, сделать следующим образом. Раз у нас есть монеты Одина, мы сейчас с тобой просто будем вскрывать пак. А вот этот, по-моему, да? Да, с ресурсами. Поехали. Покупаем. Вскрываем. Одно железо. Ну... Если честно, как-то скудно.
30-ку отдавать за такие никчемные награды. А здесь у нас что за сокровище? А, ну это, наверное, для поиска драконов легендарных, скорее всего. Тут, я так понимаю, просто рыба. Ладно, давай еще один купим с тобой. И погнали. Тогда придется еще один взять. Потому что нам нужно 9. Надеюсь, он нам выпадет здесь. Ну-ка, смотрим. Ну да, ребята, выпадает. Ну что? Блин, или улучшать нам кузню? Да ладно, пускай строится, ребята. 20 часов. А вот теперь наша цель — как-то построить дом плеваки. Я понимаю, ребята, что очень много придется потратить времени, но домик плеваки нам нужен. Там написано было, что он нам поможет собирать быстрее железо. А без железа, как ты видишь, мы дальше с тобой, ну, ничего практически сделать не сможем. Везде оно требуется. Даже прокачка драконов наших и то требует железа. Так, что у нас тут за награда? Давай быстренько заберем. Так, обменять можно? Можно. Обмен, естественно, тут даже не обсуждается. Дальше заберем с тобой награды за задание. Так, сюда. И 100 склянок. Нормуль. 100 склянок. Что у нас тут? Ну, здесь ничего нет хорошего. Ну что, я предлагаю пойти на событие и пройти его все-таки. Так, кстати, вот здесь-то, ребята, мы с вами не сделали ни шиша. Ну, посмотрим. Ну, я больше уверен, что он не прокачается. Да. Сопротивляется, ты посмотри, а? Не хочет. Так, сарделька, давай-ка мы тебя покормим. И на тренировку. Так, кривоклык, тебя это тоже касается. Грамгильда, что с тобой? Ну-ка, обучить. Да, пускай летит обучаться. Так, а у нас еще с тобой есть этот верхолаз. Так, он тоже полетел, ребята, тренироваться. Ну, в принципе, пока и все. Заберем здесь награду в виде 30 склянок. Ну и вперед, как говорится, на события. Так, это 33% только пройдено. Даже половины не прошли. Печалька. Ну и кто у нас тут будет? Один. Это, ребята, дымодышащий. Да-да, тот самый душитель. Я думаю, сейчас мы его пробьем здесь хорошенько. Поехали. Добьем? Нет, чуть-чуть не хватило. Ладно, ничего страшного. Вторая волна. Так, громорог. Парящий прихвостень. Даже не знаю, наверное, с прихвостня начнем. Наверное. Так. Две энергии, да? Опа, он промахнулся. Так, а этот что будет делать? Кусать. Значит, у него не фаерболы получается, да? Так, громорог сейчас атакует. Ух ты. Понизил все-таки мне атаку, а? Жучара. Так, что ты будешь делать? Кусает. Ладно. А этот бомбанет опять. И понизит атаку, как всегда. Ну что, добьем с отхилом, наверное, да? И кусаем. Что он себе повысил скорость атаки, да? Повысил скорость и атаку, вот так скажем. Но это ему не поможет. Ну что ж, победа. Так, крутим колесо, смотрим, что нам здесь выпадает. Древесина, да неужели? 125 миллионов. Вот это другой разговор. Древесинка нам понадобится. Кстати, подожди-ка, а мы же с тобой домики построили, так? А почему нас не требуют от нас
улучшить лохань и дровницу. Вот такой у меня вопрос. Ладно, хорошо, мы сейчас с тобой пройдем. Сколько у нас тут энергии хватит событий, и потом пойдем разбираться, что за фигня, действительно. Раньше, насколько я помню, когда у нас там сколько-то викингов набиралось, они говорили, нам надо улучшить, да, то-то, то-то, то-то. Потому что 450 миллионов я не смогу добыть, у меня, по-моему, предел 400. А дальше-то нужно развиваться же. Так, ну что, давай тогда сделаем вот таким вот образом. Добить нет, не получится. Тогда укус. Так, атакуем. Дальше барсик. И понижение брони. Это только первая волна, что ли? Ё-моё. Я что-то уже, ребят, подумал, что последняя. Так, здесь громорог. Вот этого надо, наверное, брать. Мне кажется, вот этого нужно уничтожать. Так, плюс хиляемся. Раз, два. Так, сюда бомбанем. Сейчас они ходят здесь вдвоем. Потом ходит барсик у меня. И, скорее всего, мой вид, да? Шторморец мой же будет ходить. Мой. Так, хиляемся. Блин, мне не нравится, что тут атака пониженная. Это меня немножко раздражает. Так, опять громорог. Что мы будем делать? Просто ударил, а? Добиваем. Шикарно. Ну что, громорог здесь один ничего не сделает. Это уж точно тебе говорю. Сейчас будет тут прыгать. Понижать атаку, если максимум, что он сможет сделать. Ну да. Да и все, в принципе, ребят. Крышка ему. Едем дальше. Давай крутанем. Посмотрим, что нам здесь выпадет. А здесь рыба, 175 миллионов. Слушай, подожди-ка, я ведь, по-моему, не прав, ребята. Смотри, у нас 438 миллионов уже рыбы. Значит, соответственно, и 450 будет миллионов древесины. Значит, это я сам себя ввел в заблуждение. Все нормально. Нам нужно будет только набрать определенное количество и уже поставить на прокачку. Так, сколько у нас с тобой? 3 энергии. Так, поединок, потом мини-босс и получаем с тобой пак. Ареновский. А завтра, наверное, или послезавтра мы уже с тобой должны будем допройти, потому что это событие всего лишь 2 дня, ребята, еще активно. После этого оно исчезнет. А мы, кстати, с тобой так и не посмотрели, что там за главная награда. Так, подожди-ка, сейчас вначале нам нужно, наверное, вот так все-таки сделать. Плюс вот так. Это же у нас фаерболами бомбит. Вот этот пристеголовый, поэтому нужно было его в первую очередь уничтожить. Ну, а тут уже громорог, как говорится, как червяк на сковородке будет. Мы его сейчас просто выпотрошим. Что он тут один сделает? Защиту себе повесит, повесит. Понизит нам атаку, это не страшно. Это не критично. Погнали. И добивка. Так, что у нас здесь? Так, громорог бафер. Надо истреблять. Кстати, вот этого тоже надо бы. Потому что это у нас громоль с фаерболами. Так, в начале этого бомбанем. И переключаемся уже на громля. Поехали. Так. Хильнемся. На всякий случай. Укусик. Блин, сейчас фаербол, наверное, запустит. Ну, естественно. Еще и повысил себе атаку. Нет, этому не бывать. Этому не бывать. Мы тебе этого не позволим. Так, слушай, что-то как-то мне не нравится здесь. Все, друзья мои, победили. Так, ну что, крутим колесо и смотрим. Да ладно, необычный набор.
Шикарненько. Ну что, друзья мои, еще две энергии нам хватит здесь сразиться и перейти вот сюда. 400 склянок. Вот что нас ждет в конце. Поехали. Так, это будет у нас здесь ареновский пак. Ну, в ареновском паке, ребят, особо нечего тут ждать. Ну что, поехали. Громорук, громобой и Кривокрив. Ведь это Кривокрив, да, по-моему? Это же не ужасное чудовище, хотя они похожи между собой. И фиг знает, как их различить. Я знаю, что красный — это точно ужасное чудовище. Так, уничтожаем. Так, громобой. Или вот этого все-таки? Не, наверное, громобоя. Так, стоп, что он будет делать? Фаерболы? Укус. Сюда, хиляемся. Ну, я так понимаю, его добиваем. Все. Остается вот этот шпундель. Друзья мои, фаерболы. Ух. Хиляемся. Что нам делать еще? Полностью фул хп. И добиваем. Так, вторая волна. Скалотряс. Так, подожди, с кого начать-то лучше? С этого, что ли, партизана? Давай, поехали с этого. Так. И добиваем. Вот этот, по-моему, ох, ё-моё, он еще... Понятно. Вот этот типок опасный. Он очень, ребята, для нас опасный. Ты посмотри, что творит, а? Так, наверное... Давай сделаем так все-таки. Блин, все-таки мне уничтожат барсика. Вот этот гаденыш уничтожит его. С одного укуса. Ладно, мы его пробиваем. И остается скалотряс. Слушай, ну скалотряса мы уничтожим. Хотя он сейчас... Да. Я так хотел сказать, что будет делать суператаку. Но мы выжили. Так, два укуса. И все, ребят, на этом ему крышка. Ну, как-то так. Так, ну что, крутанем. Посмотрим, что нам здесь выпадет. 125 миллионов древесины. Отлично. И забираем с тобой ареновский пак, ко всему прочему. Так, вскроем. Сразу же он вскрывается, по-моему, если не ошибаюсь, да. Содержит элитных. Громобой, лаворык, костолом, парящий прихвостень и кривоклык. Так, друзья мои, у нас с вами один поединок остался. Давай посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Да, если мы с тобой сейчас вот этот поединок выигрываем, то на следующую серию нам остается всего лишь 5 поединков, и это событие будет пройдено. Так, ну что у нас тут? Престиголовые, которых нужно бомбануть, наверное, сразу же, да? А потом уже браться за громобоя. Вот я так думаю. Так, поехали. Ты что будешь делать, хлыщ? Понятно. Так, а этот фаерболами, да? Точно. Все, докукарекался. Теперь громобоя. Блин, нам надо хиляться. А хиляться нечем. Придется сделать вот так. Поехали. Хильнулись. Надо этого добивать. Все. Так, еще раз. Подожди, нет, лучше вот так. Он зеленый, он страж. Его фиг пробьешь. А вот теперь он будет немножко легче разбираться. Так, и добиваем. Ну что, последняя волна. Душители стоят, а? Две штуки. Ну что, поехали, да? Сделаем так. Потом сделаем вот так. Я думал, добьем. Просчитался чуть-чуть. О, уклонение. Они не попали по нам даже.
А вот это плохо. Вот это плохо. Ладно, сделаем с тобой вот так еще. Так, кого будешь атаковать? Эх, лучше бы этого добил бы. Да чтоб тебя, а? Ну что будешь делать-то? Все, понижает нам атаку, а? Мы тогда тоже так сделаем. Понизим атаку и добьем. На изи. Крутанем колесико, посмотрим, что нам выпадет. И это опять древесина. 500, ребята. У нас максимальное количество 500 древесины. Вот оно что. Также и рыбы. А я почему-то думал, что 450 и древесины, и рыбы. Заблуждался. Так, ну что, давай откроем пак. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Лаварык. Отпускаем его сразу же. Он мне не нужен. Так, и у нас еще вот здесь наборчик есть. Так, монета Одина. Древоруб, шепот смерти, громобой защитник. И опять ресурсы. Плюс вот здесь награды. Скляночки. Слушай, подожди, а что мы с тобой могли там... 480. Блин, друзья мои, вот фигня-то полная. Мы могли бы с тобой уже улучшить, но у нас там тренировка идет вовсю. Так, улучшить дровницу, чтобы хранить больше древесины. Викингов не хватает. Подожди, а что ты мне прикажешь делать тогда, если их не хватает? А ну-ка, построек новых нету. Интересно. Слушай, подожди-ка, нам же, помнишь, показывали где-то здесь? Вот. Вот здесь мы с тобой... Да. Пускай делается. Тут, кстати, смотри-ка. Это, по-моему, мамаша Икинга, если я не ошибаюсь. А это кто? Что-то я не могу разобрать, кто это такой-то. Ладно, в любом случае мы с тобой эту территорию откроем, и я думаю, что здесь у нас будут открыты два персонажа. Построить, блин, как же мне надо построить, а? 40 железа, ребята, 40. Не 10, не 20, 40. Да, это дофигища, на самом-то деле. Но мы рано или поздно все равно с вами этого добьемся и все равно все это сделаем. Да? Да, ребят. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут дальше для улучшения нужно. Требуется дракон 12 драконов 100 уровня. И восстановить еще великую кузню. Великую кузню восстановить. Мне кажется, это будет плевака ее восстанавливать, эту кузню, блин. Других вариантов у меня нет. Вон, сколько места? 30, 30. То есть, впечатление, что у меня все забито, да? А на самом деле не шиша. Что там елозит, ты не мог понять. Эти уже вон сюда летят. Собирайте древесину. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте, пожалуй, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!